Так, снизу там поменялось название? Что-то. Надеюсь, поменялось. Ну что, поехали. Солюнтхуль. Че, уж легко? Да нет, давай среднее. Да прибудет с вами самый лучший перевод Silent Hill на свете. Самый отбитый перевод. Ох. Эй! Шерил! Где Шерил? Шерил, где ты можешь быть? Очень странно. Тут слишком тихо. Это место как заброшенный город. Прибудет? Шерил? Почему-то пока перевода нет. О, подожди, стоп, нет, я не согласен. Я хочу на другую кнопку. Эй! Подожди. Продолжить. Так, F1. Сейчас я перезагружу. Не дает мне управление поменять. Не очень просто удобно. На квадрат бегать. На это наоборот сделаем. Окей. Так, вот теперь норм. Ну что, перевод? Шаги? Ого. А чё так обрезано-то сверху, хуй пойми как? И... подъехал перевод. Шерил? Это Шерил? Шерил? Это Шерил? Куда идёшь? Куда идешь? Подожди, остановись. Ой, бля, как я скучал по этому дерьму. Шерил, это Шерил. Стоять! Куда идешь? Сюда я лучше сделаю. Как оно должно выглядеть? Понимаешь, короче. То снизу, то сверху, да, вот так сделаю просто. Это что, сирены? Зачем нам сирены? Не надо сирен. Так, оп. Фонарик тут нет, да? Поначалу или что? Очень странно, становится темно. У тебя есть спички. Лучше, чем ничего, кажется. Ебанутая камера. В первом Silent Hill. Что? Кругом кровь! Как ты что? А, нет! Чё это? Чё это? Чё это? Чё это? Что это? Что это? Нет! 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 А-а-а! Нет! А, нет! Нет, Марина! Нет! 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 Я умер! Я умер! Следующая игра.
Да не. Так должно быть. Что это? Сибил! Я спал? Как самочувствие? Ох, как будто я попал под грузовик. Но я в порядке. Да, это тот перевод. Где старается девочка. Почему ты не скажешь, что происходит? Не торопись, я турист. Приехал подработать. Я едва нашел ее. Я турист. Не знаю, что происходит. Спокойной ночи, Варзай. Хотел бы понять сам. Это... Хм. Девочку маленькую не видели? Ей исполнилось 7 лет. Короткие черные волосы. Доченька. Доченька. Извини. Ты единственный, кого я видела в этом городе. Доченька. А где все? Я сказала бы, если б знала. Но я знаю только, что происходит что-то странное. Да-да, бубляшек. Это все, что я знаю. Как тебя зовут? Привет, Фурик. Я не знаю. Перевод такой парадокс, а? Отбитый. Сибил Беннет. Сибил. Ага. Я полицейский офицер из Брахмы. Все телефоны сломаны, и радио тоже. Я пойду, вызову подкрепление. Откуда? Если телефоны все сломаны и радио. Куда ты пойдешь? Дура. Дура. Держи. Как ты думаешь, куда ты идешь? Моя дочка, я спасу ее. Пути нет. Там опасно. В таком случае должен найти ее сейчас. Персона. Шерил. Доченька. Я не могу оставить ее там одну. У тебя есть оружие? Нет. Возьми это. Надеюсь, ты не воспользуешься им. И шнура. Слушай меня. Если ты стреляешь, то знай в кого. И не делай это без необходимости. Окей. И не проклинай меня за ошибку. Чего? О чем ты? Нет, не беру, не хочу. Да. Зачем ты взял? Это такое. Лучше оставайся поблизости. Я прибуду с помощью очень скоро. Это лицо, господи. А, го собирать. Настойку боярышника, радио и карту города. Там что-то было. Там что-то было. Так. Без тебя жизни нет. Кухонный нож. Как тут с управлением? Карта, треугольник, селект. Нормально, вот так мне удобно играть. Радио. Оно поломано, ничего не слышу. Кто это? Кто это? Радио. Что происходит с радио? Кто это? Бэм. Это не сон. Что стряслось тут? Хорошо.
Три ключа нужно найти. Один в машине, один ключ, один за забором за каким-то. Куда Шерил могла уйти? Надо проверить тот переулок снова. Кафе? По-русски написано кафе? Окей. Фиг. Я бы вспомнить, куда идти. Немного пуль. Взять? Да. Ты что, ты во все ударяешься? Нет, нет, нет. Настойка! Воруй настойку! Отстань! Настойку воруй! Нет. Это куда я иду? Где это я? Я вообще не туда пошел, да? Ладно, это не важно. Но все равно ключи искать придется. Сколько я помню. Тут проход, что ли? А, нет, вот как раз забор. Да, Фёдор, что такое? Так. А как камеру развернуть? Угу. Ключ. Ключ лесника. Окей, спасибо. Убей всех. Да ну нет, точно. Слишком много патронов. Слишком много чести. Убивать их еще всех. Чё там написано? Off-limit по-русски? Off-limit. Не работает. Туда пошел. Я буду часто, короче, карты пользоваться. У меня там графический кретинизм в Silent Hill всегда бывает. Так что это... Начинайте привыкать к этому. Не, это... Я, в принципе, знаю, что делать нужно, но... Чего, блять? Чего? Простите. Еда, напитки. Холодное пиво, вино, лимонад. Нормально. Хорошо. Что-то прям звук по ушам давит. Слева, 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 слева. Вижу тебя, вижу тебя. Тихо, тихо. Даю прикурить. Какой звук отвратный. Со звуком-то не так, не пойму. О! ГАИ. ГАИ. Ключ льва. Взяли ключ льва. Не надо. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Деревьями, деревьями беги. Правильно, молодец. Форсируй, форсируй. Ай, блять, попал. Собака? Нет, только не собак. Нет, 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 нет. Где? По-моему, я упал только что. Нет, нет, отстань. Отстаньте все. Отстань. Нет. Кусь. Нет, 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 беги, 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 беги. Я куда вообще бегу-то? А, здесь сейчас магазин будет справа. Надо в него залететь и схватить все, что там есть. Вот это... 8-11. Такой магазин, знаешь. В Америке есть 7-11. Так, как с фонариком? Фонарик. Не-не-не. Как включить фонарик? У меня же есть фонарик? Сенсорный выключатель на корпусе. А чё ты не включаешь, слышишь? Какую кнопку? Я не понял. Да как
Слышь. Вода жизни. Как фонарь включить? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь помнит? На какую кнопку фонарь включается? Привет, меломан. Ну, это все. Я эмулятор не настраивал, если какие-то баги в нем есть, это сорян, короче, я вообще не при делах. Так, подожди, стой. Ну-ка. Я сохранился, я сейчас звук попробую переставить, другой этот. Вроде сохранился. Сейчас. Секунду. Так, если... Получится. Вид дадут. Нормально. Будешь чиповать? Так, ну звук как минимум лучше стал. По крайней мере, он не скрипит теперь. Четыре вообще таких. Она уже чипована. Ну. Так, начало игры самое, да? А где машина? На которую он приехал. Воу! Мое авто. Да, ему уже не ездить. Где Шерил? Надеюсь, она в порядке. Здравствуй. Здравствуй. Привет, я Валдго. Спасибо за 100 битцев. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей, что мы ищем дальше? У нас два ключа есть. Нам надо 4, что ли, или 3. Один в будке у собаки, сколько я помню. Еще какой-то где-то один спрятан за какой-то хернюшей. Не помню. Как дела? Нормально. Нормально. 3 года в эфире. Все хорошо. Ты как? Бабик! Хусь! Кусь, 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 кусь. Закончил болеть. Я сам, так сказать, болею. Так сказать. Обложка альбома. Картинка. Это же я. Ты уверен? Ты уверен, что это ты? Первая картинка, которую нарисовал Шерил. Когда в альбом... Чё? Была в альбоме, подарена мной. Это Кордрим. Окей. Эй-эй-эй-эй-эй. Надо белое посмотреть. Так, вот эту хреновину возьми. Не пригодится, конечно, скорее всего. Так, вот это мы возьмем в школе. Это в школе. Дэйв? Хм. Она в школе? Она в школе. Что случилось? Я нерв защемил. Школа Мидвича. И как бы целую неделю стримов из-за этого не было. Тихо! Собаки умеют в воздухе направление менять. Вот это заебись. А-а-а! Есть какие-нибудь нычки-то? Чего-нибудь заныкано, нет? Ничего нет.
Так, давай до конца пройдем. Хотя мне что-то подсказывает, что он там справа на заправке все лежит. Нет, не точно. Это очень сильно не точно. Что, простите? Рыба-мясо. Рыба-мясо. Моя любить эти штуки. Что это? Отстань. Да это не вещь, что я делаю. Отстань от меня. Чего за лавка? Книжная лавка. У нас военное положение. Ой, бля. Ты на Украине, что ли? В. Пардон. Стоп. Хитрый, блядь, Порошенко. С военными положениями только отсрочивать неизбежное, блядь. Уволит его нахуй. Заебал он. Возможно, будка пса, хотя я не уверен, так как нет рядом собаки. Вот же собака, ну. Закрыто, стоп, подожди. А нам надо... Не то слово. Че ты падаешь? Не падай! Да, надо проверить. Поближе надо подойти. Не помню точно, где предмет лежат, но мы сейчас узнаем все. Так. Здесь нужно найти... будка. Улица Левина. Левин! О как! Ск. Не берется. Вот. Будка Левина, блядь. Что? Ключ спрятан в будке собаки, тихо. Открыл. Все, скрипит звук. Сика. Этот звук отвратительный. Почему он настолько отвратительный? Все, бери. Я не знаю, что это за канал, Восмо. И как-то у меня его нет. Так, ключ льва. Ключ второй. И еще один замок. Тут на карте написано что-то. Скопировал карту. Угу. И сейчас мы, в принципе, узнаем, где последний этот ключ, который нам нужен. Это канал для телевизора Киви. А, ну логично. Вон там. Окей. Угу. Улица Блох. У Resident Evil есть аж 3 мультфильма. Ну, хороших 2. Лад! Кусь! А! Слышь, блядь, эмулятор. Надо сесть настроить его по-человечески. Потому что вот так играть, это что, жесть какая-то. Прикинь, сейчас звук опять такой сработает в какой-нибудь момент. Неподходящий. Как охереешь. Так, здесь закрыто.
О, Silent Hill, о, филлер. Сюда? Хер-то там. Прямо направо. Эй. Звук, не сходи с ума. Воу! Вот, вот здесь. Ключ пугало. Отлично. Вода жизни, тихо отстань. Не трогай меня. И все, топаем. Туда, куда нужно. Под наркотой? Чё? Под наркотой думал, что он Ленин? Кто? А ты про интернов, что ли? Я просто их особо не смотрел. Видел только первый сезон, наверное, всё. Потом мне что-то наскучило. Нет. Он, наверное, про интернов говорит, я не знаю. Не уверен. Я тут на днях, короче, уснуть не мог. Включил телевизор. Да я думаю, этот комп отдохнет, включу телек. Включил. По всем каналам какая-то новость, какая-то политика, какая-то срань, короче, идет. Непонятно. Единственный канал, по которому что-то шло не связанное с политикой и всем остальным, показывал, знаешь что? Моя прекрасная няня. Пришлось смотреть. Я орал, просто сидел. Что? Я... Как он мог со мной так поступить? Я сейчас пойду и утоплюсь. Жанна Аркадьевна, ну зачем же так сразу? Утопиться. Лучше яд. Сука. Константин, блядь. Лучше яд. Просто. Что? Опять становится темно. Ну, Константин, он просто делает этот сериал. Прям от начала и до конца. Мне даже не интересно, что там это все остальные персонажи делают. Вот Константин. Серьезный парень. Так, вот, у меня фонарь появился. Он сам включился, что ли? А теперь давай рассказывай, как его выключать. Потому что тут монстры реагируют на свет. Как его выключить? А, я понял, все. Заворотнюк еще более-менее тащит. Да что вы говорите, ну? А где выход? А, вот. Невидимые двери. Я слышал сегодня по поводу этого, но я не фанат. Для тех, кому нравится, может быть, да, это прикольно. Но я что-то... Воу! Это мастер Вия. Так. Перекресток. Ты только для этого решил заговорить? Я не знаю, чего он ужасен, может быть. Или бы про что вообще?
Не знаю, как по мне, сериал был лок. И как бы он дал такой нехеровый старт Амедии для производства сериалов. То есть, если бы не было этой той же моей прекрасной няни, сейчас бы не было бы какого-нибудь закрытой школы, которая была, как по мне, прикольной. Папины дочки, это разве там? Это по СТС было? Я не смотрел их просто. Так, мы дошли до школы, которая, как я уже неоднократно говорил, скопирована с фильма «Детсадовский полицейский». Так. Оригинал «Няни» я не смотрел. Я смотрел оригинал этого «Закрытой школы». Тут я смотрел. «Эль Интернадо». Там ебать крепота, короче, моменты бывало. Ой, бля, я прям вспоминаю сейчас один момент там был. Просто чувак идет, поворачивает голову, стоит на верхнем этаже, просто на лестнице сверху. Стоит девочка, она открывает рот и просто начинает вода течь. И она такая, знаешь, прям по лестнице вниз течет, прям, блядь, темно, нихуя не видно, и она стоит такая просто. Крутота. Так, чем, куда мы идем? Мы идем прямо, наверное, да? Здесь нам нахуй ничего не нужно. Первое, что нужно сделать, это к химикатам пробраться. Тихо. Сука, схватит. Склад, класс, зал. Куда идем? Склад. Сань. Закрыто. Сика. Сюда. Привет, Ламион. Учительская приемная. Давай наверх. Сериал ТНТ. Я, честно говоря, ни одного практически не помню сериал ТНТ, который мне хоть как-то нравился. Не знаю. Ну, если вы мне, конечно, сейчас напомните, я скажу, нравился или нет. Что если вы сейчас будете говорить про универ, мне не нравился универ никогда. Счастливы вместе? Да, был норм. Но я его особо не смотрел. Я просто помню, что я смотрел оригинал. С этим. Как он там? Женатый с детьми, что ли? Или как он там назывался? Так. А где мой хипикат? Вот он. Я не говорю, что какой-то лучше, какой-то хуже. Так, знаешь, иногда просто включить. У них, что прикольно, то что они не связаны серией порой между собой. То есть любую серию включи и смотри, вообще нормально будет. И это мне всегда нравилось. Так, дальше куда? Назад. В смысле, куда? То есть, если у тебя есть какой-то там перерыв и по телеку это идет, это вообще норм. Включил, посмотрел, бы даже не расстроился. Просто. Не, ну, кстати, интерны, да, я что-то про интернов все забыл, что они по ТНТ шли. И то мне, наверное, только первый сезон заходил. Дальше я что-то перестал смотреть. Так. Солнце. Часы немножко перевелись. Типа
У нас другое время, и другие двери должны открываться. Следующая дверь открывается с пианино, по-моему, да? С пианино. Где она? На втором этаже также, похоже. А, блин! Хорош было уджобить меня, Сань, отсосись все. Ой, это не говори. Каждый, сука, раз, как только в подобных сериалах появляется любовная какая-то линия между персонажами, все. Считай, сериал погиб. Скорее всего, в конце коридор будет закрыто, но я пробегусь. Да что, отсосись, отстань. Продакшн. Я бы сказал, что у ТНТ весьма неплохая реклама своих сериалов. То есть есть минутка, короче, они обязательно вклинивают в рекламу, что у них есть сериал новый. И это хорошо. И плюс, ну, я не знаю, постоянно они что-то везде со своими сериалами лезут, и в рекламу, и туда, и туда. Что, это хорошо. Чего, блядь? Поставь на Новый год фильм, найдешь друга, найдешь сокровище, это шедевр. Блядь, Боссман, мы тебя в угол поставим на Новый год. Ты в курсе? Ты ж в курсе? Реальные пацаны? Мне не нравится. Так, самая эпичная загадка Silent Hill 1. Это написано кровью. Рассказ птиц без голоса. Сначала прилетел пеликан, стремящийся к награде, молотя белыми крыльями. Потом прибыл тихий голубь, летя за пеликаном так далеко, как мог. Ворон летит в полете выше, чем голубь, чтобы похвалиться своей силой. Лебедь скользит в поисках мирного места рядом с другой птицей. Наконец прилетела ворона, быстро как только могла. Ворон прилетел быстро как только мог, изумленный и сонный. Кто покажет путь, тот... Кто будет ключом, кто будет вести к награде из серебра. Короче, смысл в том, что есть пианино, на нем есть определенные ноты, которые залипают. И в определенном порядке их нужно нажать. Птицы — это цвет. То есть белый — это, допустим, аист, черный, допустим, ворона. Так, эти две. Это. Короче, это. Хорошо. Да, Новый год Брюса Уиллиса, вы смотрите, что. Один. Два. Три. 4, 5. Я не знаю, один дом очень заезжен, мне это не нравится. Я его столько раз, по-моему, в детстве смотрел, что он мне уже надоел. Очень сильно. Блять, вот это прям напрыгнул ты на мой этот. На мой этот. Как это? На пояс. Напрыгнул на мой пояс. Хорошо. Калкин появляется на радарах. Ну, как бы интернет-сериал. Как-то шел, я помню, в том году. Звался он. Это, короче, спин-офф «Один дома», продолжение. Как он назывался? «Без дома»? Как-то, что-то такое, знаешь, типа... Ну, там ебанутый просто. Типа, после всего того, что случилось, он, короче, съехал с катушек.
Ох ты, не поймали. День сурка пересматривать нужно только в один день. Это 2 февраля. Так, ты еще не открылась? А, дверь закрыта. Надо еще, короче, перевести часы. Отстаньте! А вы что меня не атаковали-то, алло? Мне один дома норм. Просто, наверное, уже приелся. Куда я иду? Что я сделал? Я открыл чердак, скорее всего, или что-то в этом духе. Но это не точно. Филлер, поспокойнее, пожалуйста. Каиречка. Спасибо за хост, привет. Ай-ай-ай! Вы чё тут? Тут нет особых книг, зато тут есть особые монстры какие-то. Так, блин, а тут есть дверь? Вторая дверь? А она открыта? Оу! Она открыта. Так, спокойно. Резерв библиотеки. И что мне тут надо? Так, стоп. Что-то нужно? Да не похоже. А я вот не люблю Гарри Поттера. Вот я тоже один на миллион человек такой, знаешь. Учитель сраться из-за этого. Мне нравится. В классе патроны лежат. Учитель любил пострелять. Я не люблю Dark Souls. Да ты вообще не очень. Ого. Нет, на учительском столе лежал. Значит, учитель виноват. Так, куда же мы идем-то? По той лестнице мы могли пройти, как и по этой, собственно. Я придумал. Подвал. Подвал. Окей. Чё здесь? Тянул, запустил Dark Souls 60 FPS. Там оптимизация очень хорошая. Что? Это чего? Это кто? Это зачем? Из всего того, что было? Да.
Так, а что мы сделали? Мы запустили что-то. На улицу надо. Же Боссман любит, блядь, погнуть свою линию. Никто об этом не говорил, но, блядь, обязательно нужно впихнуть какой-то комментарий, который, блядь, вообще ни к чему, вообще не уместен. И к чему-то вообще его сказал, я не без понятия. А про кого счет? Вот кто сейчас проговорил про какого-то Бада Спенсера, есть немало и других фильмов. Кто это? Я без понятия, кто это. К чему это вообще написано было сейчас? Осторожно. Кто? Ой, всёкнет. Боссман? Он не посмеет. Где? Тут. Я уже забыл про этот я голос. Я тут уже был. Да? И часто ты бываешь в таких местах, где треугольник иллюминатовский. Я не помню, чтобы тут раньше было. Так ты только что говорил, что был здесь. Чё? Дальше, куда мне нужно? Мне нужно куда-то тело свое деть. Сюда или туда? О, мать. Склад. Добровольный склад. Шарик. Видимо, немножко не туда я завернул, да? В зал, может? Или надо было в медпункт сначала сходить? Попробуем. Тадакан! Тадакан! Отстань, Тадакан! Есть проходы слева от меня. Это Шерил? Это открыто. Что за... Так. Я не помню, мне нужно где-то здесь. Бэй, Боссман, отстань, пожалуйста. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не знаю, кто это, и мне наплевать абсолютно. Где-то должен быть дробовик. Он, скорее всего, должен был быть в туалете. Я не пропустил тут туалет-то. Ну, нет. Один в один, а детсадский полицейский. Так. А, вот, следующий это будет. Скорее всего. Тетер-тетер, тихо. Ой! Здорово. Хилка. Каталка. В элементарной школе. Чё, блядь? Ампула. Ампула, это хорошо. Тихо. Чш-чш-чш.
смысле закрыто? Беги. Беги сюда. Не знаю, куда это, что это, кто это. Так. Это меня сейчас через... проведет через стену. Чё по ХП у нас? Пх-пх-пх-пх-пх-пх. Полечись. В элементарной школе. Ну да, они нихуя не решили, что перевести слово elementary school как начальная школа. Вообще даже не додумались. А зачем? Движется картина в щель, блядь. Здесь должен быть дробовик где-то. Что-то мне подсказывает, что я только что сделал глупость. Ну да ладно. Ну я зато взял с моей патроны, похуй. Для винтовки патроны. Так, нас в западню закинуло. Привет, Блэзер. Угу. А теперь вот сюда. И... Завуч! Внезапный завуч какой, блядь. Так, ключ в шкафчике. Что за ключ в шкафчике? Я помню. Стой. Телефон. Не могу использовать. Ей будет единственный актер, который старается. В этом переводе. Привет, Синтепончик. Алло. Папа, помогите. Папа? Где ты? Шерил? Это был голос Шерил. Я знаю, это где она? Где Шерил? А-а-а! Тихо, звук. Спокойно. Мы вроде бы на правильном пути. Скорее всего, нам надо наверх. Да? А где дверь? Ага, открылась. На втором этаже где-то должна быть комната, в которой... Что-то должно быть. Химсклад? Лаборатория? Резерв библиотеки? Что я ищу? Пускай будет. А, нет, не будет. Хим. Не то. Что я ищу? Закрыто. Вот так. Вот эта дверь закрыта была. И эта дверь закрыта. Вот! Ну, видимо, они здесь. Видимо, по классам придется прошвырнуться, да? Блин, Silent Hill 1 очень странная игра. На консоли, по крайней мере. Да как ты через столб меня схватил, падаль ты сраная. Да и в пизду эти патроны. Сейчас, блядь, умру так нахуй тут. Подвинься. Короче, знаешь что, приколюха? То есть игра идет сама в 240p. То есть на PS1. 240p.
Как только ты в инвентарь заходишь, 360p. И каждый раз разрешение меняется. Зачем они это сделали, я без понятия. Это очень странное решение. Так, сюда. Не волнуйся, тетя Леда на работе. Так, тихо. Здесь что здесь? Что здесь? Музыкальный класс? Там, скорее всего, ничего нету. Вся, она вообще откроется. Воу! Таракандили на меня напали. Здесь что-то есть? Должны быть шкафчики, да, вот. Внутри, да? Ну, да. Библиотечный ключ. Что полезно? Даже тело не полезно. Все вообще тут не полезно. Библиотечный ключ. Это мне нужно сейчас. Либо вправо шимануть, либо влево шимануть. Сейчас проверим. Если дверь не откроется, значит надо... А, блин! Уйди! Значит нужно полный круг ебашить, да? Давай, погнали. Тихо, блядь, тихо, спокойно. Марина, живи. Да иди нахуй! Марина, живи, Марина, живи, Марина, живи. Где? Марина больше не хочет жить, Марина все. Прямо. Да иди ты, блин! Сика. Хута не пуля. Окей. Напротив, дверь двойная. Конец коридора. Это? Или следующее? Это. Окей. Что тут у нас есть? Аптечка. Войдите. Как в фильмах с Лесли Нильсоном, да? Я вам не дурачок. Войдите. Слушая это, охотник, вооруженный луком, сказал, я буду убивать ящерицу, но при встрече его противника он сдерживался, кто боится рептилий. Когда ящерица шипела, я вас мигом проглочу. Тогда такого на существо открыла пасть. Это было не то, чего он хотел, он спокойно застрелил ящерицу в открытую пасть. Его чудо, выстрел достиг цели, пробив беззащитную глотку, ящерица упала мертвой. Это нам самоучитель. Это из старой сказки, я помню, читал это в детстве. Самоучитель по убийству босса. Интересные сказки ты, блядь, читаешь. Скажу я тебе. Я вот Чуковского помню. Но сказку про то, как убивать ящерицу гигантскую, я ни разу не слышал. А, все закрыто. И это зак... А, в смысле? Подожди, стоп. Воу-в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 оу! Что происходит? Так, стоп. И чё?
Я, наверное, поспешу. Скорее всего. Надо на крышу. Наверное. Скорее всего. Куда ты бежишь? Так. Сначала нужно какой-то шарик использовать, по-моему. Куда только вот, не помню. Что тут у нас? Есть висячий ключ, он в недосягаемости. Висячий ключ? Что? Ничего особенного. Действительно. А если так? Использовал упругий мяч. Скажи упругий. Упругий. Упруга. Более игриво. И ключ унесло. Куда его унесло, спросишь ты, мой юный друг? Правильно, в самое начало. Почему? Потому что хуй его знает. Вот игра так решила, и все. Здесь что-то еще есть? Просто на Silent Hill делать мне что-то нехер. Просто взять и ключ получить. При помощи какого-нибудь предмета, который у меня в инвентаре есть, и он используется как оружие. Нет, блять, я должен вставлять шарики какие-то. Использовать краны, чтобы потом бежать, блять, в самый низ локации. Че ты ноешь? Че не ною? Че не ною? Здесь? Ключ к классу. Замечательно. Да я выключил свет-то, ну, когда входил в комнату, алло. Да, сдвинь ты свою тушу. Как нам быстрее всего попасть к классу? Где он был? На втором этаже, да? Значит, лестница. Сюда, до конца, правильно? И к классу. Блять. Тихо! Трогай меня. Отлично. Да-да-да-да-да! Не идите сюда, не идите сюда, не идите! Это Миша. Дверь открыли. В подвал идем? Судя по всему, да. А где мне может быть сохраниться? Потому что я, по-моему, не сохранялся до сих пор вообще. Я удачно. Куча патронов. С этой стороны что? Котельная должна была быть. А, мать, перемать, это загадка дурная, блядь. Так, ладно, окей, влево. Влево.
И этот вправо, да? А-а-а. Босятки, что ли? А я без сохранения, такой вообще класс. А вот это, блядь, здорово. А вот это, блядь, здорово. Это здоровая херня. Здорово, пьянь. Рот открой. Рот открывай. Че ты бодаешься? Рот открывай. Да че ты бодаешься? Рот. Рот открой. Ты издеваешься? Я ни хера не вижу. Еще фонарик не работает. По какой-то причине. Так, задамажил неплохо так. Так, окей. По-моему, мы разозлили этот кусок дерьма. Че там по патронам? Заряд. Давай, открывай свою пасть. Ты че, блядь, издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Какого хуя? Че это было, блядь, вообще? Ладно, ок. Меня хуйня зажала. Давай, давай. Блять, угораешь, я нихуя не вижу, блять. Чё за... Что за бред? Что за бред? Куда ты поворачиваешься, блять? Объясни мне, персонаж. Чё он делает? Иди нахуй со своими подсказками, игра, блять. Я знаю, как это сделать, блять. Персонаж крутится, как мудак. Причём здесь, блять, вообще... Подсказки-то? Фикси, привет. Что за бред? Надо-то, блядь, пару выстрелов сделать, ну. Открывай. Все. Понимаешь, все. Это весь босс. Здорово. Пока. Ладно, окей. Что это было? Кто был в аду? Кто был в аду? Я не знаю. Где? Это что, бойлерная? Что здесь происходит? Да ничего. Все ок вообще. Ключ Гордона. Гордона Шамбоя? Кто знает Гордона Шамбоя, тут молодец. Я слышал. Что-то слышал.
Колокол церкви, может, кто-то звонит в колокол? No shit. Чего, блядь? Ты что там было заругараешь? Бадди Сайлент, причина хил. Нормально все там. Веселуха. Это как это? Прописать в чате ban myself. И Twitch ведь забанит. Человека с ником myself, блять. Нормальная тема. Церковь. Нам теперь в церковь. Давайте сделаем периф небольшой.